8-месячная кошка Изабелла – первый пациент новой ветеринарной клиники Самарского государственного аграрного университета. Ласковые руки ветеринаров успокаивают питомца, который уже не сопротивляется врачебным манипуляциям. У Изабеллы непростая судьба. Предыдущие хозяева отказались быть в ответе за ту, которую приручили. Обращение было по поводу стерилизации. В общем-то, у этой кошечки, я считаю, что сложная судьба, потому что нашли мы ее буквально на мусорке, в общем-то, с ее также братьями и сестрами. Всех животных мы успешно, в общем-то, пристроили, раздали по хозяевам. К открытию клиники шли 3 года. Новое медучреждение оснащено по последнему слову техники. Здесь есть собственная лаборатория, цифровой рентген и аппарат УЗИ. Все это позволит врачам проводить лечение на уровне современных достижений ветеринарии. Клиника претендует на звание лидеров регионального рынка в сфере оказания врачебной помощи животным. Направление практической подготовки сегодня всех студентов направлено на более детальное изучение и демонстрацию натуральных образцов ведения операций, изучение заболеваний, изучение каких-то патологий и всего того, что с животными может происходить. Теперь студенты факультета биотехнологии и ветеринарной медицины на практике смогут проводить операции и заниматься образовательными разработками в рамках национального проекта «Наука». Уже частичное понимание есть, посменный график будет, то и опять же таки будут привлекаться студенты, чтобы как бы именно практическую работу переводить именно в учебный процесс, как-то вливать все это. Пока медучреждение оказывает только платные услуги, со временем будут помогать и животным, которые больны и остались без хозяев. Мария Ильчан, Василий Колдашов, «События».